Всем привет! Хочу записать видео о том, что будут задаваться вопросы, как я делаю сушеную, ну, всякие травы, измельчаю. Для чего я делаю? Для того, чтобы сделать чай. Мы заварку чая не пьем. Ну, конечно, пьем в том плане, что понемножку по капельке добавляем в ту смесь, которая у нас есть для чая. Но это будет в видео, где именно про чай. А сейчас именно это видео я расскажу, как я это делаю. Мы, значит, в основном с мужем собираем всю траву, какая есть у нас для чая или для того, что мы что-то хотим приготовить. Мы ее сушим в сушилке. Я покажу, какая у нас сушилка. В таких вот виде, значит, собираем их отдельными в пакетах. Вот сейчас это там где-то зверобой, значит, мята. Ну, все, что есть, как говорится, смотря для чего нам трава. Собираем вот так, сушим. Пакуем пока вот такие пакеты. После того, как у меня освобождается время, я пользуюсь обычной электро. Самый дешевый вариант. Кофемолкой. Вокруг работы это очень, сразу говорю, пыльная и грязная. После всего вот такая слой пыли, если кому-то видно вокруг, надо все потом мыть, отмывать. Для этого я еще самое главное использую обычную повязку. Одеваю повязку, ну, потому что любая пыль, какая бы ни была на полезной, не полезной, но я не люблю, когда мой нос забить чем-то, какой-то пылью. Я всегда чихаю, кашляю, все такое. Мне очень тяжело даются всякие там запахи. Значит, как я это делаю? Значит, свою кофемолочку набиваю травкой. Любой абсолютно, неважно, будут ли это просто листья, будут ли это какие-то стебельки, корни. Если это вот в таком виде, вот, допустим, это не залазит, значит, я ее на мелкие кусочки разламываю, складываю туда. Все это складываю, набиваю ее полную, ну, это фактически как бы вот прям вот реально полную. Значит, еще добавим. Добавим, все засовываем туда. Не думайте, что не перемолит. Что-то перемалывает в каком-то там, как вот нам нравится, как нужно нам. Значит, заполнили. Потом надеваем крышечку. Надеваем крышечку. К сожалению, одной рукой это не очень удобно делать. Нажимаем прерывистыми. Приподнимаю, смотрю, устраивает ли мне такая консистенция. Если устраивает, то я просто беру и высыпаю, например, в какую-то чашу. В моем случае это тазик. Вот таким способом я прималываю всю ту траву, которая, допустим, мне именно для чая, в одну чашу. Потом все это высыпаю на простынь, перемешиваю, всыпаю в 3-литровые банки, закрываю крышкой. И укладываю. Ну, просто где-то ставлю, и когда мне нужно заварить чай, мы заварим его в термосе, я, значит, беру вот эту смесь уже готовую, мелкую такую. Просто удобнее, намного удобнее, чем пакеты засушенной травы огромнейшей. Ну, удобно и комфортно как бы. Кому-то, если это пригодится, кто-то, может, уже это делал, кто-то не догадался для этого, как. Может быть, мой способ вам поможет. Еще у меня, конечно, есть такая идея, но я нигде найти не могу, по крайней мере, в Уфе не встречала ни раз. Может быть, кто-то встречал, у кого-то есть и кому-то не нужно, и может прислать и отдать. Есть такая кофемолка ручная. Кофемолка, она выглядит в виде мясорубки. Значит, в виде мясорубки. И она перемалывает. Я сама не пробовала, как это, потому что у меня нет возможности это сделать, и нет у меня просто, где бы я вообще приобрела
такую вещь. Но я думаю, что она тоже будет людям полезна. И она все-таки экономичная, электричество. Ну, времени, конечно, может быть, больше займет, но я думаю, что оно будет стоить того. Всем удачи, всем спасибо. С вами была Галина. Всем пока.